Пожитый немножечко. Пожитый. Ну я встал, окно сейчас... открыл нараспашку, а то что-то капец жарко. Я сейчас приду. На самом деле я прессую, потому что сейчас приду. Я сейчас приду. Ну я тоже сейчас приду. Блин, Ксюш, нифига ты помнишь? О, мы еще не летим? Ништяк. Не, стой. Я не йогурта кикнул, в смысле? Я кикнул... Блять! Блин, кого я кикнул? Кекс Рофлер, отвечаю. Че? Вот сейчас мы нашли четвертый, он пишет 1, 2, 3. Да. Здорово. Привет. Дон, без обиды, Игорь тебя, короче, походу кикнуть хочет. Я просто раз говорю, что ты это. Пиздец, конечно. Блядь, я отвечаю, кекс за стрим снайпил и решил это. А ты ему, Игорь, ответил, да не, мы вчетвером поиграем. Именно так. Пиздец, Игорь. Чё, как у вас дела сегодня? Ну, у меня все хорошо. Нормально. У меня уже 4 победы. 4? А в соло сколько? Быстро 3 победил? Или нет? Ну, я 3 подряд на Европе, Америке и Азии сделал. Так нет, быстро или нет, когда я ушел еще? Ну, блин, перед пати, короче, прям, в конце сам. Еще блин, пофидил, так... еще пофидил долго. На троечке. Троечки, больницы туда-сюда. Что ты ржешь? Да с кекса все, хз. Блин, ты говоришь, ну реально красиво вышло. Опять. Опять позвал. Он мне еще написал. Он мне еще написал ясно, типа обиделся. Ну хули, ты сначала позвал, а потом это, а потом говоришь, что типа, нас сужай четверо. Пиздец. Не, ну вот как бы, если бы Денчик бы не написал, то конечно бы взяли бы. А так без обид? Ну ты просто не понял шутку про бы. Тут было такое. Как же сильно жестко, как же рофлишь сегодня, просто пиздец. Реально, все видел. Юмористический пулемет просто. Просто в ближайшее время перестану рофлить. Стримы закончатся, и я... Сейчас заготовленное даешь или что? Да раскрывай все карты. Пиздец, еще в мой дом хотел зайти. Блять, вы заебали, это мои трешки, вы другие обычно лутали, что за хуйня начинается тут? Не, я до этих долетел, в смысле? До этих долетел, то и это. Ебаный в рот, блядь.
Все, Игорь, минус друг. Ты понимаешь? Твой? Тихий рок, что ли? Да-да-да, вот он просто. Нет, с Ваней это понятно, с хихерком-то что случилось? Он говорит, минус друг, я не знаю, что там. Или он ему угрожает просто, или что? Это Игорь сказал. Продолжаешь, понял. Что-то ты прям это совсем жестко. В смысле, так, что я сказал? Блять, флешка, ты лутаешь в правую сторону, хули ты, блять? Я, блядь, лутаю, что хочу, ебать. Без обид. Не понял, ебать. Чё ты? В смысле, чё? Хули ты, говорю. Ты слишком дерзко лутаешь дома, ты не находишь? Я же сказал. Лутай, как хочу. Кстати, если кто-то скажет, найдет ВСС, скажите, пожалуйста. Ебать. Новая мета, что ли, или что там? Патчи поменяли? Просто хочу пострелять с ВСС. А третий шлем здесь есть еще. Лишний. А у меня что-то нихуя толком нету. У меня тоже. Пингалет есть только. Чего, блядь? Че? А, шпингалет лопнули? Да, шпингалет лопнули. От шуток на сегодняшнем потоке. Через блядь. Ну вот это еще неплохо было, Игорь. Молодец. Вставлял Лукас. Я профессионал. Короче, вот здесь третий шлем. Нахуй калаш. Не люблю. Не хочу, не буду. Весь день что-то на калаши. А, ты с вебкой? А, хотя бы сейчас спрошу в такую жару. Да. А почему ты спрашиваешь вообще? Ну просто я думал, ты типа потом сделаешь так же, как на это, на картинке там. Язык типа. Не хочу, не буду вот это, ну короче. Блять, сложно как-то. Что с одна лучше другой? Так в смысле, это же там, блядь, картинка дефолтный мемчик. Игорь просто сказал, я думал, он это в курсе, он походу даже не в курсе, что там за картинки. Пиздец. Мемологию, не, походу, не изучал. Да мы все в курсе. Дэн, ты... Я только встал. Я не причем. Что это рофлер? Пашка, ты рофлер такой? В смысле? У меня Дэн, УЗИ. Так ты это, походу уже полноценно подрубать можешь поток свой. Есть жопка на эмку, интересует кого-то? Пока что не особо. Я, кстати, уже аккуратен в выражениях. Блин, я стримлю уже, знаете сколько? 7 часов, 27 минут. Утра. Пиздец. Я как раз ложился спать. Бля, у меня, короче, еще была катка. Ну, у меня сейчас написано, что на стрим 5.27 всё. У меня была катка. Я залутал... Ну, всю игру бегал с дерьмом каким-то. Убил чела на аирдропе. Там был М24, вся хуйня, типа, просто сказка. И у меня вырубился нет, короче. Я думал, всё пизда, nice. Но потом отлагало. Пизда руля? Ну, это, кстати, заебись, что тут не выкидывает. Пишет просто network lag, ты висишь-висишь, и нет подрубается, и все. И заебись. Ништяк. То есть есть реконнект? Ну да, но только ливать нельзя. Не знаю, насколько долго, конечно, есть эта возможность действовать вообще. Может, я в меню выкину через пока тебя время. Не убьют, скорее всего. Но мне кажется, нет. Мне кажется, может, в меню выкинуть просто. Все, connection fail там или типа того. Да, потом меня разъебал типа саги. Да, так и было. Чё прицелом вообще? Чё достало у тебя? М-ка и УЗИ. X8 прицел есть. Понял.
Я тоже знаю. Ты такое чувство, что количество прицелов подняли после патча, я вот ночью играл сегодня. Игорь, ты когда-нибудь крутил мышку с этого? На капоте? Недельного. Стоя? Стоя? Нет. Нет? Пиздец. Лаги. Просто ужас. На крыше тоже. Самое вроде. Погнали, может, круг хулином? Мусорам? Да. Нет, что-то как-то это... У нас еще есть? А у нас есть прицелы лишние? Со смешками? А что думаешь про капот разговаривал? Не отказался, я бы... Ебать лагает. Да даже X1, я бы не отказался, что-то мне вообще глухо. Да, реально пиздец. Ну его нахуй, слышь. Мне кажется, мы сейчас с тобой вдвоем на тачке поедем. В смысле, у нас есть тачка. В смысле, у нас есть тачка или что, твоя? Ой, не то. Блядь, мусите. Ты не вошел? Кидалово. Не вошел во вкус это, с Узиха, Игорь? Ты как-то, я видел, развалил там с ним. Нет, даже близко нет. Чего? Узиха разваливал? Нет, я там профил просто начинал. Хз. По-моему, топовое оружие. Она как-то... Нет, полный пиздец. Слишком жестко улетает прицел. На супер ебаны. Классная тачка или что? Где Дэн, ты идешь или... Заберешь его, погнали, бля. Так нам в круг да надо. Окей. Я, блядь, видел это видео, то, что мы не успеваем, там потом тачка, трюки туда-сюда, раз-два, минус хил, минус обезболы. Блять, а есть бинты, блять, нихуя нету, а меня убили. Парни, заберете морально. Да-да. Я вас понял. Да как в доте, купите ТП. Кстати, за лут было. Он аирдроп летит. А он уже, походу, скинул где-то. Не, он еще не скинул, наверное. Может, скинул. О, Игорь, разваливай! Опа. Подрезаем! Ты не подрезаешь никак. Так они там тоже воюют друг с другом. Прицели, они вышли. Развалил этого. А тебя остановили? Скинь прицел, да. Далеко. Аптекали. Положил одного, Чёртка. Мы команда просто класс. Победи, попробуй нас. Я всех чисто развалил, а ты, блядь, так чисто. Да не пизди, блядь, тут мне. Пиздец, это видел, как с Узихи отлетел просто, блядь, от неё нихуя не осталось. СКС. Какой нахуй СКС, блять? Толк какой-нибудь. Блять, а чё у меня сумка? А, понял. I have a pen. Никто даже не продолжит. Так, можно отчасти... Так, Скар мой, не трогайте, пожалуйста. Скар. То я знаю вас. Где ещё крыса? И рукоятку, наверное, уже спиздили, да? А, не. Умнички. Кому-то нужны иксовые прицелы? Да, любой. X8 только есть. На любой. У меня, кстати, одна аптека и 10 обезболов. Аптека кто обычно, меняется? Да. Меняется кто? Аптеки на обезболы. Да, давай. Один к одному. В смысле, блядь? Ну, аптеку дал. А, ну вообще, да. Ладно. Захуевший. Так не, та тачка коцаная, вот это не коцаная, наверное. Да, вот это не коцаная. Да, ладно, она фловает. Ладно. Погнали. Мы не в круге. Обычно после слов мы анафоловаем и взрываемся, ну такое. Ни разу не было такого, что-то не помню. Ребят, кто-то помнит такое? Я не помню такого. Тоже не помню. Я точно никогда не взрывался, я выскакивал на последнем дыхании. Готов был ко всему. Просто умирал от падения? Нет. Немножко коцал и все. Сейчас трюк будет. А тачка взорвалась перед моим носом. Это конечно, кстати, ребят. Да. Доставайте обезболы. Да ладно, чё вы начинаете, а? Я ж пошутил. Ну вот тут трюк вполне возможен. Да какой трюк? С дачи в гору трюки не бывают. Там после приземления бывают. Ебать круг, кстати, не очень. Ну да, я не знаю, на 60.
под мостом. Че? Опа. Они под мостом, а тормози, тут... Валера. Погнали, баш. Так я думаю, что здесь кто? Сейчас узнаем. Тварь. Собака. Реально подальше проехал, чтобы я не вылез. Что там было? Блять, дайте. Садись за руль. Погнали, я даже там было стрельнуть. Перезаряжай, секунду. Сейчас Виталик. Пусти. Выпрыгнул, блядь, из тачки. Я встал. Игорь, у тебя глушитель? У меня нету. Есть X8. X8 надо кому-то? Могу быть без. Я выкидываю. Надо X8 кому-то? Да у всех есть, походу. Не, у меня нет, но у меня X4. Это я вальс называю трюк. А это я называю. Это просто... Это просто как котичка была. Котичка? Не, главное, что я шлем успел взять, это самое главное. Ты как бы... Она, кстати, нравится. А, ну мы туда едем, да? Потому что у всех... Куда мы едем? Я вообще думал на ментовку сейчас свернуть, но... Не, нахуй ментовку, чё? Ну, вот на холме ты хочешь? Ага. В траве, да-да. Ну мы в гараж давай едем. На крышу запрыгай. Да изи. Да, это... Дом слева! Где? Да, это за холмом на 60. 75, наверное. Тут баги... Тут баги, да, наведённые. Трясётся. Блять, у тебя уж есть тут, хуль ты так паркуешься, как у Ивана. Там что-то это. Тихо. Ну, походу тут чел идет, без обид. Ну да. Так давай с той стороны. Да. Сейчас будет. Как будет, сейчас будет. На мувике сейчас будем работать. Трапсы подрубайте. Поехали. Так они тоже поехали, чуваки. Там тачка другая. Не, поебать. Ну пусть все там будет везду это. Вон вазик. Он прыгает тоже. А у них там война уже. Ребята, вы готовы? Давай. Вы готовы? Не, да, я вижу телекламат. Поехали, ебать! Поехали, ебать. Здорово, бандиты! Справа, чел. Найс. Еще что-то, вазик где-то. Кончили в доме? Вазик летит, ребята! Наверху, на балконе, осторожно! На балконе есть! Принял. На балконе нокнул. Еще где-то за дом, меня спасти, пожалуйста. Поднимайся. Балкон минус. Я пытаюсь подняться. Так, а где он? Убежал! Ебать, контакт. Закидываю хаеху ему. Раз, два, три. Пошла дел. Пошла родная. Сиди, все, нормально. Я вижу. Моя сейчас будет. Давай. Раз, два. Три, там еще двигаем же чел. Тут фан где-то. Все, убил одного, поднимай Виталика. Домой, nice. Нахуй, домой. Добивать всех. Мы добивай, всех добили. Моего, всех еще? Моего добили всех, там? Еще. А, убили, все. Значит, еще тачка едет. Еще едет. Ебать! Четко. Дожимайте. Это мясо. Короче, чел бежал 210, ребят. 210 я своя, поднимался на горку. Вот где мы делали трюк, он там поднимался примерно. Чуть правее. Еще один чел. А убили за это? Да. За дерьмом, за контейнером? Не факт. Так, тут третий броник вроде был. Ебать, или уже нет. А, это кто-то спиздил, да? Сучара. Кто спиздил? Я точно пиздил. Я тоже не пиздил. Да, ну палево. Короче, на снайперку, если будут какие-то приколы, возьмите, пожалуйста. А, вижу его, на СВ выглядывает. Выглядывает на СВ? Откуда? Да, на лоу-граунде 240 СВ от меня. Убегает куда-то за камень. За камнем на 250. А, вон, вижу его. Почему ты его видишь? В другого стреляешь вообще. А, другой, да? Право, на 150, на 150 за камнем, чувак. С коряком. Да. На лоу-граунде. Ладно, срать не он. Мне на самом деле нужны 7 патрики и все. Ебать тут, конечно, этих, блядь. Вы вообще лутаете? Справа тебе, Игорь, будет чё.
Вон выглядывает из-за камня. Вижу. Нокту. А есть Патрик, флешка скинь немножко, 7 этих. А тиммейт его где был? Погоди, блин, не знаю. Мне вообще я другого не видел, только его видел. Мне пятых когда нет. Когда стрелял по тиммейту, нет? 150. Не, я по-другому стрелял. Слева, наверное. Блин, чего у меня так много? Минус аптека, короче. Блять. Вы рядом топали со мной? Я только что подошел зайти. Мне Патрики 556. Все. Короче, залутался наконец-то. А тут 8 коробочек, лутай где хочешь. У меня, блядь, и без баллов на следующую игру хватит еще. Я крафтись. Я сейчас буду заливаться по фулу. Я тоже крафтил. Вон бежит чел на 295. Близко, далеко? Далеко, за деревом. Побежал, за дерево сел. 195? А, далеко от этого? Дал ему разок. Видели кровь? А по мне дают близко где-то. С фулграунда давал мне откуда-то. Ползи. Да, ползу, мне близко достаточно. Хаехи кидаю, разминочные. Флешка, давай вижу, ты вижу, там отойдешь по ним? Да, я ползу. Там их двое, я видел. Помогать нам надо, Дэн. Понял. Ну, нет, мне, там чуваки, два чувака поджимают с другой стороны. Неприятно. Так, смотри, такое утро есть кафешка? Нет. Они прямо на угол? У меня есть. Угаунде? Лишнего нет. Да, они могут быть уже близко очень. Раскидаю немножко. Давайте в дом, отступаем в дом, ребят. С другой стороны в дом. Не, нас с другой стороны сейчас обойдут, там есть челики, реально. Это херовая идея, так вот стоять. Ребят, еще такая тема. Вы прыгаете из дома, нахуй, там, где тачку взорвали, садитесь. Нам в круг надо. Пойдет. Блять. Давайте речь. Пока нас не зажали тут, с его выйдем и уедем. Четко. Так, главное не перевернуться. Вот там челики справа, то есть налево едете. Эта война закончилась для нас. Все, тут не наша война, реально уже все. Мы свое отвоевали. А, блядь, себе постреляет, ебало. Так, куда ехать только, хз? Тут типа... А, так это на север надо туда, в горы куда-то. По дефолту мы попали в стране. Давай. Ну где это? У Дэна там, мне сейчас случилось. Я долго буду, мне кажется, эту зарубу пересматривать, это пиздец. Там просто все тачки, блядь, подлетали на этих трамплинах. Просто лютый пиздец какой-то был. Чё, тут где-то выходим? Мы тут сверху? Да. Ну, ты делаешь? Тут так себе делаю. Вот тут. Чекнем только круг, из-за круга никто не берём. Да мне... А, на это? На... Всё, я понял, на что. Я не понял тебя сначала. Сапаса. А жопка на М-ку случайно нет, не упала? Нет, у меня все отбитое и броник, но я выкинул. Полная хуйня. Ну тоже броник коцанный. У меня вообще в говно все коцанное. Там после такой зарубы как бы не мудрено. Ну да. Как мы все живыми-то выбрались оттуда. Нет, там вот когда последняя тачка приехала, там вообще, я думал, флешка тебе жопу будет, но что-то ребята вообще не отбили. Да нет, там Игорь зажал нормально. Там-то я двух челов просто засолил. Ну, я просто зажал в машину как бы, сразу. Да я тоже машину зажимал. Хил хватит на сегодня. Чё за хуйня? Да, я громко орал как бы, минус уши. Без обид, если что, там прям пиздец был, реально. О, ну не так далеко круг. Можно типа двигаться, наверное, аккуратненько, нет? Типа тут low ground, чекаем. Слева. Шасим, типа? Ну слева, да. Да нахуй. Тут тачка уже не нужна, типа тут холмы. Тут за деревьями надо мансовать, ну, все. Народу до хрена еще. Ну, блин, большинство в городе. Там еще поляна в круге сейчас была. Там сейчас дохуя людей умрет. Типа, я удивлюсь, если кто-то на Сталмере есть и туда и туда. Ну, кого, кстати, сколько бустов? 3-6.
10, 3, 6, да. Понял. У меня 4, 2. Бегут челы на 210 СВ, 210 СВ, потому склону бежит чел. Их двое там было вообще. Видите, остановился? Да, стой, да. Стоит. Нет, давай флешку. Дал в голову. Блять. Он в шлеме. Еще дал. Нокнул, нокнул. Найс, еще бежит к нему. Того нокнул. Первого, который стреляли. Да. Он от него убежал. Внизу, его вниз бежит. По нам еще с это? С НВ давали откуда или нет? Разве по нам? Это разве по нам, это по ним скорее. Вы как хотите бежать тут? На них? Кончить их надо нахуй. Да. Надо разъебывать малолеток. Вижу, у дерева стоит прямо перед нами. Лег. На 195 у дерева лежит. Нокнул его. Не вижу, вижу тут. Убаги! Все. Убил. Не сверху. Да? Нет, вот этот давал по тебе вроде. Не сверху, да, это не будет. Да о чем, вот тут свет? Да ладно, нет, тебе показалось, это он давал, он. Да. Окей. Пятый Патрик, если кому-то еще надо, тут много. Броник есть там? Ну, я выкинул второй коцанный свой. Сейчас я это гляну. Какой у меня нет вообще. Ну, первого за деревом. Второго. Второго тоже там второй коцанный. Третий, наверное, шлем который... коцанный, кряк здесь есть. Кряк здесь есть. X4. Броник взял. По нам. Спереди откуда? Да. По вам? Вижу одного чела. Вижу тоже чела. Я не вижу. Меня еще лагает. На СВ, ровно на СВ между деревьями. Тачка. Снизу едет на нас баги. Они вылезли чуть-чуть, псавы. Блять, по мне чел дает тот с СВ. Да раз. Я тут, короче, так, на лоу граунд, в легкую. Они в круге, челики. Хаех много, надо закидывать. Да, у меня много. Я не видел, где они. Мне кажется, они за сараем маленьким. Пошел нахуй. Точно. Хватит хаех куда-то полетел, не понимаю. Либо в доме. Может, они в доме или за забором вообще? Так, куда? Слышите, давайте, знаете, что сделаем? В другую сторону оттянемся, в обратную. Нам с ним не нужно воевать, нам в круг надо. Типа по северу обойдем сейчас. Там типы слева, по северу надо. Мы по лоу-граунду. По правой стороне просто. Против часовой. Погнали? Идете? Да. Заливайся еще, пока вы бежите. Мы далеко ждем. Так я залитый полностью. Я, кстати, четко. Нет, там чела вообще дал, затыльник такой. Все, пусть они между собой воюют, хотя это может быть, конечно, одна пати. Будут. Ну, по крайней мере, стреляли здесь. Где-то должны быть. Угу. Далеко выстрела. Слева. Ну, тут типа вроде все видно. Если что, мы должны заметить. Мой сдох, который я до этого нокал. Угу, хорош. Хз, если они там на краю круга на ХГ лежат. А там вроде не в круге. Да, не уебано. Нет, там в круге. Он тоже в круге. Мне кажется, мы их сейчас вот тут на горе встретим. Это самое логичное. Ладно, меняем на милишный прицел тогда. Опа. Местная забава. Че, на ХГ тут будем? Че, проходи, может тут? Подождем их типов. Зачем чекать? Круг пойдет. Понял. Еще бегут, если они тут есть. Спины бы не дали. Да и вообще можно просто в круг забежать. Надо в круг зайти, да, уже, мне кажется. Но вот там баги стоит на ХГ как раз. Ихняя, походу. Спину надо чекать еще. Тех челов, по-моему, вижу. Самый. Баги эти. Сзади. Челы на 150. Ребят, баги близко. Там перед нами тут. Перед нами откуда, тут баги. Откуда? Бежу, чел. Положил одного. Сверху, слева 4. Да. На Е прям. Да, но я не попал. Я поднимем. Сзади дают еще, сверху походу.
Этого убил, близко убил. Не успел поднять. Вижу еще типа на 165 двое. Я хилюсь. Если они спину выйдут, пизда мне. Короче, я этот прилягу тут рядом. Тоже похилюсь. Я убил флешкой этого типа. Да-да-да. Я наверху одного убил, походу там его друзья еще есть. Наверху? Где наверху? Да, за камнем за 150, блин, нет, за 240, короче. Вон там камень, видишь? Там? Щит. Лол. Да, и я туда тоже стрелял был. Лов, типа. Не, я стрелял на 155. Я скорика дал ему пару раз, ему он сдох. Это давно было. А там есть чел еще? Дают. Там есть еще чела? Снизу? Не знаю. Нет, должен на 165 быть. Есть чел в ноу-граунде. Блин, Дэн не на ноу-граунд надо, там дают сверху. Я не вижу, откуда идет сверху. На лоу-граунде, перед нами чел где-то прям. Не, они дальше там. Блин, они спускались дальше. У нас 30 секунд, на круг рядом. Слава. Мы вообще вот тут можем захладиться жестко. Ну да, надо бы. Где-то тут у деревьев передо мной должны быть. Или... Так, короче, я тоже ложусь. Так, ну. Мотак едет, блядь, в нашу сторону. Что-то хуйня. Какая-то бабочка долбаная всплыла. Тут где-то перед нами должно быть. Ладно, нормальный чел. На лоу-граунде. Нормальный чел. Ну. Это... Слева из дерева дал. А, вижу. Блин, попал меня. Блять, ну я дал ему выстрел в голову, но он не учтен был. Блин, вам надо их... А, понял. Только один остался. Далеко надо поднять. Ты не сможешь поднять, попробовать меня реально? Стреляться тебе не очень. Но он в меня палит. Ты можешь за дерево держать. По ним дают справа. Можешь еще попробовать. Прикрою флешку с другой стороны. Блин, чел... Блять, Виталик, на В чел, на В чел на камнях прям. На В чел на камнях. Да, вижу. С Авиком. Блять, ебаный врит, что сейчас было? Лучше. Давай. Лучше б ты этого не видел. Ты сейчас сможешь. Кажется, кончай. Пора поднимать, Виталик. Поднимай. Меня. Виталик. Ну, Виталик. Блин, прости, я уже флешку поднимаю. Да ебать паника. Все, надо успокоиться. Вообще, там чел один нокнутый, его поднимаю. Я хилюсь. Блин, надеюсь, что чел не будет стрелять. Он в выги там где-то лег. Мы в круге, кстати. Ну, у вас круг вообще идеальный. Ну блин, ну, тот чел только, пиздец. Тут чел палит. Сейчас будет стрелять, наверное. Давай выстрелим ему в спину, готов? Давай. Найс. Хорош, четко. Блин, неужели там 4 чела осталось слева? Не знаю. Блин, перебежать без дерева? У тебя нет смоков? Нет смоков? Нет. Да мы тут нормально будем лежать. Вообще да, да-да-да. Блин, ну мы просто вдвоем за одним. Оба пати там. За дерево палит на 165 на тебя. Да вижу. Дал ему. Он убегал направо. Боже, не попал. Нокнул его. Друга не вижу. Вижу был за деревом. За серым деревом вроде. Мне тоже так кажется. Еще близко снизу бежит чел. Нокнул. Хорош. Один остался. А есть? Серым, есть? Есть, да. Пытаюсь накинуть. Ой. Он высунул голову. Один патрон. Я смотрю с левой стороны просто его. Блин, круг походу у него или чё? Ооо, вот это катка, блядь. Просто пиздец. Хорошая размечная. У кого кильчиков сколько? 6. 3. 6 кильчиков. Так, 6, 8, 3. Это сколько получается? 23? 23. Много. Ох, чётенько.